Мы скачали читы для этого ролика, шутка. На самом деле мы притворились читерами, а как это получилось, смотрите дальше. Кому буст? Кому буст, ребята? Прикинь, сейчас кто-то у нас купит. Я не читер. Зачем ты с читами играешь? Я опять дигл взял, как всегда. Не политиконтору, ну окей. Один лоу. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы... Я еще раз дигл возьму. Они оба там. Они оба там? Опа! Нифига! Хорош. Я просто вот так сделаю. Я их взял. Я тоже. Блин! Да он визит. Помоги! А ты уже убил этого. Я пулемет возьму. Да как он мне дает? Минус 50. Я сенсу поменял, я ничего не чувствую. У меня сенса больше трех сейчас. Иди сюда, говню. Иди сюда, на нафиг. Ура, я сделал 3 килла, я такой крутой, мэн, чит. А, сзади. Справа. Нифига, он отлетел, как ты это дал? На, все, сюда. Хочешь, конечно, за сайт покажу. Давай покажу за сайт. Сайт. На еще. Нефар, делай. Ой! Не дал неправильно, ну ты. Подожди. Он даже не понял, бедный. Все, читер чувствует. Ой-ой-ой. Что за зажим? Ой-ой-ой. Но если сейчас я ноускоп не даю, ты гей. Если я вантап не даю, ты гей. Ай, ну почти да. А где плен? Все, ты гей, я вантап не дал. Счет 4-7, а то счет слишком быстро. Давай, прыжки. Красиво. Ну почти. Смотри, только ноускопа. Давай. Сейчас, если второго тоже не убиваешь, ты гей. Ай-яй-яй-яй. Ну как ты играет. Смотри, сейчас справа вылетит. Ах ты уродец. Не справа, а слева вышел. Поехали. Все-таки. Так, еще раз ноускоп. Смотри, давай, фабом. Я уже не успел, ладно, но ты очень поздно сказал. Ой, что ты сделал? А, уже счет 7-7. Давай, забирай. Все, давай. Все. Засай, давай. Блин, я сейчас сдохну, мы проиграем. Нельзя проигрывать. Мы так жестко проиграли. Во-первых, заходим. Делаем ускорение на 3. И надо показать, кто тут читер. Я его, что ли? Я убил. Я сейчас 360 убил, прикинь. Так, первый сюда, второй. Сюда, ой, ну как же мы чувствуем, а? Не, ну это боты как какие-то, смотри, играет. Как он просто валяется. Как бронза играет. Как ты? Смотри, хаешка. Засай? Смотри, хаешка. Не тут. Не, подожди, вот тут такой же. Ой, мне уже взорвали. Иду. Хаешка засайт. Показываем засайт. А, уже в крысу пришел. Там донг сам пришел, прикинь, донг с кэски. Ай, не умри. Еще. Нет, ты чё? Чё, донг убил? Такой бомж меня убил, донг. Согласен. Не люблю донга. Норс первый ставите. О? Купите буст. Или проиграете. Они оба лов. А, всё, я иду. Сейчас буду тебе помогать. Помогу тебе, братишка. Так, первый есть. Не, а, он лол вообще. Ну, 48. Видел, что я сделал? Что ты сделал? Прыжка убил. А, с прыжка. Я, кстати, вышел тогда, когда он перезаряжался. Ну ты крыса. Вон туда. А, он тут ходит. Давай, пацан. Так куда ты убежал, дурак? Он тут, подожди. Он уже убежал. Стой там. Молик за сайт. Ой. Вон там, справа. Да. Угу. Во. Ой-ой-ой. Ой, сейчас было бы красиво. Что? Он там на горе. Он как козел. Но, чё дает прыжки, как ниндзя.
Ну, кстати, когда с дробышом играешь, тебя все ненавидят просто. У меня 51 хп. Жаль, что не 52. О, ну, я только отвернулся. Мне же садить. Алло. Ой! Да. Я через смок убил. Хорош. Красавчик, красавчик. Почему я не записывал, а? Ну реально, что ты не записываешь? Я же тебе говорил записывать. Ты говорил, не записывал. Не-не-не-не, совсем наоборот. Хаешка. За сайт. Куда? Ну как же ты сосешь, а? Еблан. У меня уже 27 хп. Спасибо. А где он? А, он вообще АФК. Зарежь. Я даже не успел ее зарезать. Мы будем сейчас играть против одного. Ну это что? Это что за детский уровень? Я пойду его обходить. Давай на нож его посадим. Давай. Это он стреляет? Да. Иди сюда. Ой-ой-ой, сидит он еще застрял. Да, я из-за тебя не смог зарезать. Ты меня зафлешил. Да, я специально. Я вам попал. Ты что, дурачок? Я просто вышел. Лаки, бланы, сука. Я не читер. Я сам слепой. Зарежь! Типа Сигма, типа. Сигма. Кори? Да. Я слышал, что ты хотел подкрывать кейсы, поэтому я тебе рекомендую зайти на Булдроп. Но я пополню вместо тебя счет на 500 булкоинов, и мы пойдем открывать кейсы. И смотри, тут еще есть такая халява. Это энергия, вот видишь? Если мы пополним на 500, мы получаем 1000 энергии. И это мы можем использовать при битве с Мегалодоном. Смотри, кроме этого еще есть у нас много способов пополнения. Это банковские карты, мобильные операторы, скины через Steam и, конечно, криптовалюта. Давай пополним 430 рублей и введем промокод выборы, что даст нам 20% к пополнению. Также бесплатно получим 860 энергии. Пополняем баланс. Вот и наш QR-код. Сейчас достану свой телефон и отсканирую с помощью камеры. Оплата прошла. Пойдем открывать кейсы. Смотри, тут есть новая коллекция скинов. Тайны подводного мира. Тут морской дьявол, коралл, охотник на акул, русалка и что-то еще, что-то. Ну что, какой кейс откроем? Ну смотри, они красивые. Давай все морской такие. Дьявол. Морской дьявол? Ну окей, я давай. Да. Сколько штук? 5-10. Может, десятку попробовать сразу? Давай. Десятку? Давай, окей. Давай. За 190. Как думаешь, окупимся? Ну, говорят, тут шансы дропа большие, высокие. Ой-ой-ой, что? Ты видишь? Это что? X2? Нифига себе. Это халява. Ой-ой-ой, ну тут, конечно, шанс дропа высокий. Давай еще десятку тогда. Давай. Если мы сейчас еще так сильно окупимся, я не знаю, ну это... Что это такое? Ты видишь? Что это? И смотрите, с помощью вот этого промокода вы можете открыть данный кейс бесплатно. Так что давайте заходите и откройте. Вы офигеете от дропа. Будем играть в краш. Или во что, давай? В краш лучше, нет? Краш, давай. Краш. Мы будем двигаться по прошлой тактике. Это сумма ставки. Ставим, например, вот 300, да? И на 1.52. Let's go. Не-не-не-не-не. Поднимайся. Еще давай. На 1.52. Давай. И почему? 20, 30, 40. Все. Давай без автостопа. Ага, давай. Давай, когда стоп? Давай. Ну, где стоп? Еще нет? Капец, стоп. Ты такой уверенный. Ух. 400 подняли. Давай теперь ты почувствуй. Теперь я почувствую. Вацук, почувствуй. Сейчас почувствуем. Давай еще раз. Мне никакого шанса вообще не дали. Короче, у меня есть к тебе еще одно предложение. Давай, морской дьявол, еще одну десятку. И будем открывать другие кейсы. Давай. Продать за 150. В этот раз в минус ушли, все. Что мы не пробовали открывать? Последний шанс. А тут типа, либо говно, либо аркан. Давай. Нет, попробуем. Так, говно. Туда нас. Давай японские мультики. Ты же смотришь аниме? Я слышал, что ты дикий анимешник. Не-не-не. Давай, короче, все хихихаха откроем по 10. Начнем со Сигмы. Томас Шелбан. Давай быстренько. 90 поставили, выиграли 150. Давай еще раз открыть быстро. И что? 112 опять плюсе. Так, арарки. Ой-ой-ой, все, ок.
Ой-ой-ой. Да, хороший окуп. Не-не, давай скам. Давай. Открыть давай. Быстро. 90 потратили, выиграли. 30. Ну, в натуре скам. Ну, тут сейчас... Что думаешь? В натуре скам. Скам. 35, не что-то не есть. 36, ну да. Ну. Скам. Давай вот эту русалку откроем. Угу. Рискнем? Ну, давай. Давай. 1290, это, да. Так. Сейчас на блок будет. Ой-ой-ой. Что? 5365. Продать. 6 тысяч у нас. Смотри, давай теперь уже пойдем на битву с Мегалодоном. Его надо побить. Это он вообще оборзел. Смотри, нападает, какой злой. Успокоим. Давайте побьем. Давай по десяточке. Типа вот так по 50, по 250. Вот так побили. На... Ой-ой-ой. И давай за 50. Сейчас рыбки нападут. Давай за десятку так. На. Вот, сейчас давай посмотрим булпас. Тут у нас новый булпас вышел. Смотри, тут есть внутри. Ой-ой, знаешь, сколько он стоит? Сколько? 300. Давай, сыграем. А нет, это нам сразу дали. Прикинь. Кайф. Кайф. Аля, вы просто плюс 300 голды. Поэтому, ребят, проходим булпас. Он легкий в прохождении. И еще можете получать скины и голду. Так, а мы возвращаемся к кейсам. Я бы тебе посоветовал открыть какой-то другой кейс. Ножевой, либо перчаточный? Давай перчаточный, да. Давай две. Реально, ты уже так сильно рискуешь. Ты сейчас можешь просрать. Ну, окей, ты сам сказал. И... Нет. 500 голды минус шлем. Давай ножевой уже откроем. Давай две штуки. Так, что? Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Плюс. Ну вот смотри, если мы сейчас окупаемся, я прыгаю из самолета. Давай. Да что за... Я не буду прыгать, я пошутил. О, смотри, бесплатный кейс. Золотой бык нам дали. Надо что-то из этого выбрать. И тут прячется какой-то скин. Давай два. О, все, давай вводить голду. Мы сегодня забрали 10 тысяч. Что, 50 на 50 тогда сегодня? Давай. Так, у меня твои данные вот остались. Тебе 5700, у меня 5 тысяч всего лишь. Смотри, теперь остается вывести мне 5 тысяч. Пишу свою ID 21-99-14-22. Пока мне вводят голду, хочу вам рассказать про бесплатные кейсы, которые ты можешь открывать каждые 24 часа по 2 раза, если ты просто подпишешься на социальный сеть Булдропа. О, что думаешь, уже вывели голду? Так, сейчас чек на историю выводов. Фу, все, вывели. До скорой встречи.